Итак, здравствуйте, зрители моего канала. Многие могут помнить мое очень старое видео прохождение первой главы Гильтаруна. И да, оно является самым длинным видео на моем канале, но это не суть. В общем, месяц назад вышла вторая глава. Простите, что так поздно. У меня были проблемы с ОБС, и поэтому я просто не мог снять видео раньше. Но сейчас проблем нет, поэтому... Почему бы не начать? Я весь месяц пытался избегать грёбаных спойлеров. Вы бы знали, как это сложно. Они везде. Они по всему Ютубу. Но, в общем, пора начать наше прохождение. Просто проверка. Да, все нормально. Пора начинать. Дельтарун, чаптер 2. Старт. Так, как звали моего в первой части? А, точно. Я никогда не забуду это имя, так как оно у меня стоит во всех играх по типу Undertale. Или там Баха? А, там Баха. Честно говоря, я очень ждал эту гребаную главу еще с выхода первых стримов. На стриме Тоби Фокса он чуть-чуть показал, но... До этого слили намного больше, чем он показал на стриме. Крис. О, Тори. Крис, дорогой, ты проснулся? Погоди. Это чё? Нож? Ой, блин, я вспомнил концовку первой главы. Нет, ты... Он что-то тарель грохнет. Крис, ты что сожрал весь пирог? Ладно. Не буду врать. Они меня подловили. Фейспалм. Почему в этой тарелке только твой нож? Не так ли? Оу, Крис. Мне что, снова нужно закрывать печку? Короче, мораль такова. В первой главе мы, кажется... А, нет, в первой главе у нас не было ножа, мы просто достали из себя душу. Ну да. Да, возможно, мы потом пошли жрать тортик. Почему бы и нет? Серьезно. Поторопись и вставай, пора в школу. Ну да, ну да. Ух ты. А я и забыл, какой мы красавчик. Клетка для птиц. Когда дверь закрыта, там оттуда не выбраться, ладно. Компик. На компьютере, на рабочем столе компьютера есть папка под названием «Файлы Epic Games». Совпадение, не думаю. Ну вообще, файлы эпических игр, но учитывая то, что у меня прямо сейчас на компе открыт Epic Games Store, то может быть это отсылка? Блин, кого я обманываю? Это не отсылка. Ну ладно. И оно... довольно фиговый дизайн для игры. А. Похоже, что финальный босс это создание с большими радужными крыльями. Похоже, эта игра никогда не увидела свет. Ладно. $5 в шкафу своего брата. Ладно, не будем. Нету времени, чтобы читать книги. Вообще. А, стоп, подожди. Я что-то чувствую... Чувствую, что-то забыл. О! Это то, что они зовут тобой. Ладно. Дверь закрыта. Ладно, дверь закрыта, понял. Так, тут чё? Ещё не надо мыть руки. Ладно. Окно закрыто. А, яблочный шампунь.
И шампунь для питомцев. А-а-а! Они же... Они же все фактически животные. А, класс, мы смыли. На холодильнике фото. Это ты, твоя мать и твой брат. Ладно. Ой, тортик, там тортик есть. Но мы его брать не будем, потому что... Эта мусорка пытается имитировать благоухание цветов. Ну да. Это проводной телефон. Но у тебя уже есть этот сотовый. Это Чириэль. Любимая... Любимый стульчик Ториэль, короче говоря. Телек, что идет по телеку. Похоже, что он вставлен в розетку, но он все равно очень пыльный. Блин, с этим нельзя. Ториэль, мама, коза, вези меня. Крис, вот ты где. Даже Сьюзи пришла раньше тебя. Бесед. Эй, Крис. Если бы я знал, что ты будешь позднее, я бы, наверное, пришла вовремя. Сьюзи, не пинай свой стол. Относись к школьным вещам, как относишься к людям. В следующий раз я буду целиться по слабым местам. Это не то, что я не знаю. Ну, в любом случае, доброе утро, класс. У нас сегодня очень много работы. Сначала мы начинаем читать со страницы 142. Есть желающие? Давай я. Я думала, я могла бы прочитать... Не беспокойся, Ноэль. Я вместо вас возьму на себя сию ответственность. Ладно, я могу... Страница 142. Это были лучшие времена, это были худшие времена. Времена хорошие, времена плохие. Средние времена, плохие времена, слишком-слишком времена. Пока вы это слушали, ваши глаза начали сами закрываться. Реально, тише, что за... Хорошего дня! И, пожалуйста, помните свои групповые проекты. Вы чё, проспали весь урок? Там, Крис, ты чё, в порядке? Ты спал весь урок. Да уж. Я не злюсь, просто удивлена. Обычно ты просто в самом начале спишь. Удачи и хорошо отдохни сегодня, хорошо? Ладно, типа того, мы проспали весь урок и послушали Бёрли. Бёрли такой прикольный, он сказал всякую дичь. Ух ты, новые обои. Накачанные герои теперь... Теперь еще и... Она, короче, подкорректировала картинку, которая у нее раньше стояла, на 4 типа сантиметра. У них это инчи зовется. Ну, у нас это сантиметра. Хотя, если не ошибаюсь, инчи это 2,5 сантиметров. Короче, вот эти инчи фигня всякая дичь. Секундочку... Простите. Я вернулся. Также тут есть надпись о правильном дистанцировании. На школьных танцах. Вам стало интересно, повлияло ли это как-то на вашу мать? Типа, вот эти все ее надписи.
ладно. Ну, вообще-то, я очень хорошо стал спать. Это хорошо, я думаю... Может, ты просто допоздна болтал со зрелем опять? Ты ведь не можешь это делать, да? Я надеюсь, интернет скоро починит. Я не хочу вернуться в свою доподобную форму. Ладно, ладно. Шутки про то, что без интернета нет эволюции. Я помню, что в прошлый раз было, когда она вот так вот стояла. Посмотрите, кто у нас на самом деле школьный зомби. Ты спал, как остатки весь урок. Простите, мне написывает один неприятный человек. Ты спал, как труп весь урок. В чем причина? Опять были проблемы... Короче, опять кукуха поехала прошлой ночью. У меня тоже кризис. Ты думаешь, я могла спать после вчерашнего? Ждать сегодняшнего дня было, блин, вечностью. Это чё, всё реально происходило? А, ну типа она про первую главу, ну понятно, думал, все догадались, это я тупой. Лансер, Ламзей, все, они все еще. Посмотри, ты о том же думал, да? Побежали уже. Чё, прям так сразу? Прям сразу в шкаф? Точнее, в кладовку, мы же в кладовку только зашли, мы же можем искать, точно. Блин, вспоминаю первую главу, Окей, Крис, момент истины. Все, чего мы так ждем, за это дверью. Откроем и ничего не будет внутри. Может, все еще. Да забудь, давай уже просто откроем. Сьюзи. Да! Привет, Нель! Блин, Нель из ниоткуда взялась. Молодец, Нель. Нель, эй! Какого черта ты здесь делаешь? Прости, что отвлекаю, но... я просто... Бёрдли и я искали библиотеку и... делали небольшие исследования для нашего группового проекта. И это хорошо, если... ты бы нам помогла. Крис, ты тоже можешь прийти, имею в виду... я... типа... занят с... Выйди, чем не сказать. Офигенные варианты. Преступление и то, что мы хотим уединиться в шкафчике. Что за... Так, зная Нель, если я скажу, что уединиться она приревнует, то... просто совершаем преступление. Собирались поделать преступление и пойти в тюрьму. Но всегда это отстой. Это звучит... Короче, веселитесь. Я лучше пойду в библиотеку. Крис, только не гуляй с ним допоздна. Это очень бы много для меня значило. Чё за... Подожди-ка, что это за фигня сейчас была? Почему бы Панаэль спрашивал меня? Сделать домашку с ней! Она что, блин, желает подохнуть? Она что, реально хочет завалить? Простите, угораю со своего перевода. Да звишь, не значит подохнуть. Это значит, очень плохое решение. Панаэль хочет подохнуть. Простите. Погодите секунду. Крис, ты заметил, насколько нервная была? Типа, краснела и все такое. Крис, ты не думаешь, что она... Она что, знает о наших секретных личностях? Знаешь, это, типа, вещи темного мира и так далее. Боже, нам надо это поскорее прятать. Это наше дело, ты знаешь? Ладно. Да хватит уже ждать, пойдем.
Эта сцена сейчас была эпичная. Мне понравилось. О, привет, Сьюзи. Ты чё, ничего говорить не будешь, что типа ура, получилось и т.д.? Ладно. А тут бегать можно? Ух ты, тут бегать можно. Ой, я помню это место. Стоп, до него же еще идти дофига. А вот и мы тут. Крис, Сьюзи! Это так долго вас не видел. Да, да. Это было... Сколько прошло день? О, это мало, не так ли? Типа, у меня никогда раньше не было друзей. Так что я никогда так долго не ждал, чтобы их снова увидеть, понимаешь ли? Хорошо, думаю, мы попробуем не дать тебе умереть от одиночества. Я готова поспорить, что Лансер тоже хочет с нами увидеться, да? Подожди. А где Лансер? А где все? Не беспокойся, Сьюзи. Ты им скоро увидишь. Просто подожди тут, окей? Окей. Надеюсь, это не какой-то пранк или что-то типа такого. Крис, я хочу тебя кое-что спросить. Я хочу, чтобы ты вернулся в мир света. Пошел в старый класс. На восток от двери шкафчика. Откуда он знает, что у нас в мире? И внутри собери все с земли. Принеси это сюда. Не помню ты... Что за... В смысле? Значит, надо вернуться в мир света. Точно! Мы же проснулись там в комнате, и там на полу лежали вещи, которые имитировали персонажей. То есть, если мы эти вещи притащим сюда, они станут этими персонажами. Офигеть, как все придумано! Телек, ты норм? Ты что, снова не будешь надевать свою шапочку? Почему? Я что, выглядел раньше милее? Нет, я имею в виду... Ты думаешь, что я выгляжу милее? Просто было намного лучше, видеть намного меньше тебя. Ой, я краснею за тебя. Что за дичь? Стоп. А так можно было? Ладно, допустим. Ну, типа, нам надо сейчас сюда. Так. Собрали все вещи. Так, это ведь реальная имитация персонажей. Тот же, блин. Ой, один батл все-таки запомнил. Гребаный. Как это фигня называется? Королевский какой-то фигня. Короче, шарик с лицом собаки. И короной. Вот, вспомнил. Вы превратили это в огроменный пыльный комок. Ладно. Ладно. Выйдем так. Так. Ну, а что там, мне интересно? Дверь закрыта. Ладно. А, все, персонажи появились. Эй, Крис. Так где все? Ну я же говорил. Так где все? Я же говорил. Угадайте, кто вернулся, клоуны. Ланс. Эй, Крис. Не знаю, что ты сделал, но офигеть. Все тут. Что произошло с замком Лансера? Все пропало. Пропало? Да. Когда Крис запечатал фонтан, темный мир исчез. И вернулся в обычный класс. И стал обычным классом. Так что, где сейчас будет жить Лансер? Не беспокойся, Сьюзи. Теперь замок Раузея наш. Так, теперь, когда ты вернул жителей темного мира сюда, сила нашего фонтана трансформирует этот город, будет трансформировать этот город все больше и больше. Враги, которых мы щадим, будут перемещены в наш город. Так что продолжай щадить всех. Почему бы нам не смотреться? Мы можем пойти к северу от замка. Специально все произойдет.
сначала удиви меня. Самый последний тут — это свеженькое, готовенькое яйцо. Что? Давай, Крис. Ты что хочешь... Ты что... А, не-не-не, он сказал, типа, кто последний, то тухлое яйцо. Ты что хочешь... Давай, Крис, ты что хочешь, чтобы он нас победил? Почему мне казалось, что на заднем фоне играет опенинг Евангелиона? О, ох ты, это же... У меня ничего нет. Нет. Теперь мы в замке. В городе возле замка. Ну, для меня без разницы. Пока я в своем магазине, стены не меняются. Но... Надеюсь, это... Не будет слишком плохо, что я не даже не покурец к тебе. Я уверен, что у вас троих будет интересное приключение. Я? Я буду просто предлагать тот же самый старый хлам. Когда вы будете находить трон сильные сокровища, вы знаете, где найти человека, который это все будет. Но когда у вас будет время, я предложу вам печенье и подсказку. Короче, я его помню. Если не ошибаюсь, он вроде бы и рассказал нам про Джевила в первой главе. Опять! Катушка. А. О, привет, Рокс. Его вроде Рокс зовут. Да, его вроде Рокс Карт зовут. Да, точно. А, они перенесли нас в этот призамковый городок. И, воистину, офигенный городок замка. Это искусство. Но что-то искусственное подавляет чувства. Задумайтесь, чуваки. Но... Я не понимаю его диалекты. Хватит нести дичь. Шотландцы, попробуйте мои офигенные печеньки. Они бесплатные. За цену. Какую цену? $0. Возьми печеньку. А, я даю тебе печеньку и жену. Ладно. А можно еще печеньку? А, типа, к нему можно будет подходить, он будет давать печеньки иногда. Так, я тебя помню. Походу, у меня теперь есть место. Надеюсь, и тебе понравится оно. Вот я сюда хочу сходить. Пустишь? О, добро пожаловать в Бахатаун. А, это в смысле, они назвали город в честь меня? Ладно. Ничего интересного. Ладно, пойдемте к Раузею. Или Райзи. Ух ты, как давно ее не видел. Короче, наполнен чем-то типа решимости. Сохранение. Не читать. Это типа инструкция. Ладно, она мне не нужна. О, подождите. На какую... Вот оно. Так, подождите, на какую кнопку у нас это было? На какую... Да, вспомнил. Какие у нас тут оружия есть? О, что я нашел. Бац. Полный экран. Ладно, пойдемте. Кто у нас тут имеется?
довольно страшно двигаться, переезжать в новое место, но как шар, ничего здесь не может меня напугать, кроме сферы. Да, согласен, сфера это кошмар. О, шапочка Рози. Только ну говорящие! Я буду держать вашу шапку, пока вы не решите ее взять. Ты что, хотел нам показать свой большой дом? Нет. То, что я хотел вам показать, наверху. Котёнок. О, почти забыл. Неси готов. Ты что, готовишь все в гигантском ведьмином котле? Конечно! Котловая готовка очень хорошая, короче говоря. Вот, Крис, Сьюзи, на торте. Тортик. Немножко жирный из-за заморозки. Вообще-то им нужно было поделиться. Эй, вообще-то всем можно было его съесть. Допустим, можно мне тоже? Ладно, нельзя, видимо. Так, туда или туда? Вниз или вверх? Ладно, сказали идти вверх, значит пойду вверх. Окей, жилые комнаты. У меня для вас двоих... Он чё для нас комнаты сделал? Реально, он сделал для нас комнату. И вы можете здесь оставаться, как только захотите. Я был бы очень рад, если бы вы решили так сделать. Надеюсь, это будет как второй дом для вас. Место, куда вы можете пойти, неважно, что происходит с нами. Слушай, а ловко ты это придумал? Вначале я даже не понял. Это твоя кровать. Она чувствуется очень мягко. Как спать во сне. Это стенд для инструкции. Я думал, что ты будешь его хранить здесь, на случай, если захочешь прочитать. Так что, это шкафчик. Сюда можно будет положить всякую буфель. Шкаф для одежды, полный всяких видов одежды. Ты можешь одеть все, что ты хочешь. Ух ты. Спасибо, что сказать. Сьюзи, что там у тебя? Сьюзи, это твоя комната. Я пытался сделать что-то типа... Что-то тебе понравится. Ты можешь сюда ложить все, что ты хочешь. Я надеюсь, вам она понравится. Сколько тебе заняло ее сделать? С тех пор, как я с двоих видел, я... Чувак, да ты сопляк, знаешь? Я думаю, ей понравилось. Рю... Зависно, что у меня крутая комната, смотри, Крис. Опасная одежда. Вся одежда разрывает друг друга. О, да. Что, завидно, Крис? Ты еще не читал инструкцию, так что я положил ее сюда. Круто. Я буду читать ее перед сном. И зайди, потому что она будет настолько скучной, что я аж усну. Норм. Так, тут что? Боже, тут все есть. Колпачки, мел, мох, банки сальсы, куски льда, черные, черные пригорелости с тостеров, зубодробилки, конфетки такие старые. О, и настоящая еда тоже. Круто, шипастая кровать. Теперь я могу себя тыкать во время сна. Наконец-то хоть что-то. О, комната Лансера. Что это было? Привет, Лансер. Это что такое? Вау, она даже лучше, чем я помню.
меня теперь даже своя кровать есть. Теперь мне не нужно спать в дыре. Ты уже имею кровать. Нет, она была для велосипеда. Макс, ты не поверишь, насколько у меня офигенная комната. Комната настолько же офигенная, как ты. Вау, я хочу увидеть. Я все равно буду продолжать рыть дыры, пока не дорвусь до твоей комнаты. Ты ведь знаешь, что у нее есть дверь? Дверь? Реально, офигеть! Да ты постарался, пацан! Нет, не пасхалка. Ладно. Жаль. Ой, кстати, его плывет. Короче, весь его плейлист состоит из мультяшных бульканий. Эй, что там? Больше... Короче, еще больше комнат, которые он делает. Там твоя комната? Да, все еще. Не почистил ее от пыли. Все равно нам бы не хотелось видеть твою занудную коллекцию очков. Ну класс! Блин, я хочу в комнату Сьюзи, реально. Почему мне там? Что тебе там делать? Теперь можете следовать город, пока вы не будете готовы уйти. Ха, как будто мы сейчас уйдем, да? Ральзиль, ты, конечно, молодец, но что там? Ой, вот он, я про него говорил недавно. Оно жестоко охраняет тюрьму. Все еще за решетками по какой-то причине, но это норм. Нас вырастили, чтобы мы любили это место, где мы одеваемся как животные. А, ну, там просто макаки, там интересно. А там что? Ральзей, ты что-то скрыва. А. Папка Лансера. Чего вы тут делаете? А, светочи. Чё, пришли меня унижать? О, да! Нет. Мистер Карл, цветочи пришли и вернули всех сюда безопасно. Если вы хотели бы переубедиться, то... Что? Жить в королевстве, которым управляешь ты? Цветочи... Короче... Маленький помощник цветочей... Даже оставаться в этой камере не настолько убого. Теперь, если вы извините, мой гигантский хомяк... Мое гигантское хомячье колесо становится холодным. Так не побег... Погоди, его хранят только хомяка? Ну, в принципе, он похож на хомяка, так что... Также... с моим сыном все нормально. Как будто бы вам есть дело. Хотели его скинуть со скалы. Кажется, вы видите мой плев слишком серьезно. Но, конечно, даже если бы его выкинул, он бы просто отпрыгнул. Мой сын, он... Скачущая маленькая тыква. Что? Раздель такой, а, мило... Всё, ты нас задолбал, мы уходим. Ну все, пока. А, блин, я же бегать могу, тьфу, блин. Щу, спидран. Пока, шарик. Так, наверное, нам пора уже валить, потому что мы тут уже... Все посмотрели. Бах, файл сохранен. Рокс-карт. Так, кстати, а что слева? Красный город, не так ли, да? Спасибо. Так, а почему я тут одна? И немножко тени меня. Я думаю. Я понимаю, что когда-то я была фиговой, но я хотел сказать, ну... Я все еще фиговая. Мои карты не могут удерживать социализм.
сегодняшнего дня я буду жить на вершине этой скалы. Когда я буду готова встретить всех, короче. Когда буду готова вернуться в общество, я вернусь. Спасибо, спасибо за прекрасные дома. Я их не буду использовать. Я не понял, что это сейчас было, но... Привет. Мистер общество шло. Я так и знал, что так и произойдет. Это даже не твоя вина. Он когда-нибудь вернется. Собирать витамины, поедая одежду. Так все черви поступают себе. Похоже, что одежда вся погрызана. Укусить? Я чё по-вашему? Псих какой-то. Сьюзи. Эти Сьюзи такая, все равно одежда наверняка на вкус ужасна. Мне нравится быть таким. Не говорите никому. Чё, на себя надел 3 пары штанов? Ладно. Похоже, дверь закрыта и никогда не будет открыта. То есть, вы хотите, чтобы я сейчас вернулся в обычный мир? Розей, догоняй. Ну, нам тут пока нечего делать, у нас нет ни денег. А даже Крис, мы чё, уже уходим? Мы только сюда пришли. Чувак, я не хочу идти делать наш групповой проект. У вас двоих есть домашка? Сьюзи, Крис. Вы должны были ее уже давно сделать. Школа вас ждет. Я пока что вас забаню в королевстве, пока вы не сделаете свою домашку. Ладно. Я сделаю это, ужас. Сьюзи, не беспокойся. Я тебе тоже приду помогу. Чё, Ланса? Ты не должен. Слишком поздно. Добряк. Форма дружбы. Лансер был добавлен в твои ключевые вещи. Чувак, ты где? Не беспокойся. Я просто вошел в твой инвентарь. Я просто буду тусить в кармане у Криса. Ладно. Я не знаю, что это значит, но ладно. Не бойтесь. Я помогу. У нас все норм. Тихо. Мы как команда должны быть хорошими. Рок стал ключевым предметом, даже учитывая то, что никто этого не хотел. Достаточно. Пойдем уже. Удачи сегодня, Крис. Увидимся скоро. Всюх. Полетели. Боже. Похоже, нам придется все-таки делать домашку. Знаете, пока что мне игра нравится. Она офигенная. Но пока что по сюжету еще не очень, но, видимо, мы только начали играть. Но факт того, что, блин, они залезли к нам в инвентарь, какого черта? По крайней мере, у нас есть Лансер, не так ли? Лансер, ты где? А, боже, я думал, он все-таки выпал. Так что, где будем делать домашку? Что, в библиотеке? Ладно, давай. Блин. Ладно, допустим. А где библиотека? Нет, там вроде бы наш класс. Это класс Туарель. Точно. Это наш класс. Значит, библиотека должна быть... Нет, там улица. Библиотека должна быть тут. Чё за... Чёрт. Где библиотека? Где библиотека? У них же библиотеки! Как отдельное здание! Точно! Топ-топ-топ-топ-топ. Топ-топ-топ-топ-топ. Чё?
Окей, вот мы тут. Школа... Школьный, боже, проект. Книги, боже, ужас, сумасшествие, ненавижу. Крис, а где все? Что-то, по-моему, не так. Да забей, пойдем лучше поиграем в космический пинбол на... В, блин, на компе. Короче, ее все задолбало, она психанула и пошла поиграть. А? Че? А? Это типа... Типа внутренности шкафа. Ты ведь не думаешь, что это может быть еще один темный мир? Ну, похоже, мы все-таки не можем начать наш проект. Знаешь, если там есть темный фонтан, ты можешь его запечатать. И это и эта комната снова превратится в компьютерную лабораторию. Да? Так что это так будет, да? Ладно, пойдем. Задолбали. Наше приключение было офигенным, да? Я все еще не могу перестать думать о еще одном. Я не знаю, что там, но... Но мы не сможем жить, если не узнаем, да? Давай же, Крис. В смысле, еще один темный мир? Ух ты, что-то сейчас начнется. Подождите. Ладно, сейчас будут мои тупые догадки, но, если не ошибаюсь, в библиотеке должны были заниматься Найлс Бёрдли. А если они случайно вошли сюда? Я должен быстро в этом убедиться. Если я прав, то... Если я прав, то... Что? Крис, что будет, если я прав? Ага, понятно, умные мысли. Вы слышали Криса. Крис не врет. Допустим, моя теория. Здесь будут Найлс Бёрдли, потому что, скорее всего, они случайно вошли сюда. Потому что они же в библиотеке были, типа... Логично, думаю. Провода. Чё? Ладно. Все были... Что все были? Все остальные были... Что с остальными? Спаси нас, она собирается... Кто она? Кто-нибудь помогите мне! Я же говорю... Подождите, а чё с Нель? Привет, Нель! Сюзи! Круто, что ты тут, но... Подожди, уходи отсюда, пока не поздно. Нель! Ты кто, черт возьми? Какая же отстойная... сессия учебы. Ты кто, блин? Вот у меня тот же вопрос. Это чё, мама Лансера? Это мама Лансера, как я понял. Меня все называют серийный номер... X5U4E, X7Y, Y2E9N. Но вы, тупые дети, можете звать меня... Королева! А, да, это мама Лансера. Да, это грёбаная мама Лансера. Если не ошибаюсь, нас о ней предупреждал Джевил в первой главе. Ну ничего. Мне уже нравится прикольная музычка. Типа, ты думаешь, что мы будем звать тебя королевой? Q5U37 Королева. Ладно, смотри, королева. Мы не дети.
Подростки это обычные большие дети. Взрослые это просто дети побольше. Слева написано тупые, а подростки большие тупые. Тогда это не означает ли, что ты тоже дитя? Нет, я умный компьютер. Компьютер? Спасибо вам за то, что развеселили, но я должна уходить. Прощайте. Подожди, подожди. Почему ты пойманный? Я бы могла вас тоже поймать, но у меня закончились клетки. Почему ты ловишь всех? Потому что она может стать моим, типа, рабом. В моем задании по доминированию мира. Также я смогу сделать ее лицо роботом. Что? Почему? Выглядит круто. Забудь, чувак. Никто не превращает лица других в робота. Тогда, может быть, я, блин, буду уникальным. А чё? Ты хочешь подраться, Лузин? Да, давай уже, давай. Тогда пока. Подожди! Ёкарный бабай, секундочку. У меня нет времени для таких тупых, как вы. Но я думаю, у вас кто-нибудь другой развлечет. Наслаждайтесь вашим убийством. Ой, как я по этому соскучился. Нам же нельзя убивать. Короче, надо перерезать провода. Что-то на арабском, короче. Так. Идеально. Провода ослаблены. Короче, нам надо сбивать с них провода. Имя было не желтым. Попробуйте использовать арм. Легковатая атака, но слишком. Окей, окей, разбой. Кстати, теперь его можно починить. Мы на пацифиста идем. 186 денег. Хорошо дерешься. Даже после такого долгого времени. Теперь пойдем поймаем королеву. Или нет? Они успокоились. Я просто использовал мое успокаивающее заклинание, чтобы положить их в спящий режим. Рози, ты что тут делаешь? Чувствую темное присутствие здесь и поторопился идти прийти сюда. Похоже, появился новый темный фонтан. Ральзей. У них Наэль! Боже! О чем она вообще думала, когда тусовалась в нашем темном мире? Но я же говорю, что тут будет Наэль. Скорее всего, тут и Бёрдли. Скорее всего. Если мы что-то не сделаем, она может быть. Да не беспокойся, Сьюзи. Все, что нам нужно сделать, это запечатать фонтан. Не могу же я злиться на еще одно приключение. Давай, Крис, пойдем. Джоджо, ползай. Ну, погнали.
Я же говорю, блин, что тут будет Ноэль. Тут и Бёрдли наверняка есть, я вам говорю. О, ты кто? Это мне уже нравится, королева Манка Лансера. Киберги. Ты кто? Королева офигенно. Недавно прошел снова солнце. Лучше, чем сидеть. Я люблю сундуки. Сундуки это хорошо, знаете. В прошлый раз в сундуке мы нашли один из ключей Джейвела. Нашли себе наконец-то нормальную броньку. Ну не нормальную, всего 5 защиты, но думаю, нам хватит. Теперь можем отправляться куда-то туда. Привет, робот. Систему. Надо уклоняться от каких-то музыкальных фигур, которые нас пуляют какие-то роботы-диджеи. Как это назвать? О, Крис! Это бесплатная... Короче, местная Википедия, в которой можно добавлять все что угодно. Ты написал статью о теряющихся товарищах. Прочитать ее? Нет, не лень. Кого вообще есть время читать книги в Кивере? Что-то под названием интернет было выключено. Это, наверное, какой-то секрет, который знает только королева. С тех пор она стала какой-то безумной. Короче, вырубили интернет, у нее поехала кукуха. Я точно слышу тему Джейбла. Яблоко. Я думаю, ты справишься с этим пазлом. Yeah.
озвучка. Офигеть, озвучка. Мы там не закончили. У нас там еще много чего. Ой. Тоски. Что за тоски? Рык. Гладить мягкий голос. Defend. Defend. Вы погладили тоскливо. Ему это понравилось. Мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу. Короче, какая-то мяукающая фигня. Она в буквальном смысле мяукает. Так. Этого тоску ее щади. А, нет. Так, акт. Второй тоску ее. Погладить. Щадить первого тоску ее. Щадить второго тоску ее. Бам. Так, теперь у меня еще и деньги есть. Сначала пойдем налево. Нет, слева ничего интересного нет. Тогда идем направо. О, привет! Нель, дорогая, стань моим рабом. Я тебя освобожу. Ладно. Стань моим жалким прислуживающим, я тебя освобожу. Все, что тебе нужно, это нажать Yes. На кнопке отпускания, блин, прислуживающих. Я напугана. Ты что, никогда не подписывал контракт? Нет. Все, что... Все подобного типа страшно. Пожалуйста, отмени свою грусть. Отмени свой протокол грусти. Я тебе говорю, быть прислуживающим классно. Наэль! Сюзи, Крис! Не беспокойся. Мы не дадим твоему лицу стать роботом. Что? Они что, собираются это сделать? Упс, думала, ты об этом знала. Ой, дорогая, это вообще-то это должен был быть сюрприз. А, ну да. Погоди! Это довольно фигово. Прислуживающий должен быть жалким, чтобы мне было легче доминировать в мире. Если бы у нее были хорошие прислуживающие, чтобы меня удивить... Так что вы, парни, эй, что вы типа что-то делаете сейчас? Мы тебе не будем помогать. Понятно. Ладно. Допустим. Я передумала. Чё? Ты кто? Чё это было? Гигантская аркадная игра? Я должна вас покалечить в... в простой детской диверсии. И утихомирить ваш пыл. И вас, чтобы у вас не было выбора, кроме того, как обслужить меня. Какого черта? Я не играл никогда в это. Но Крис очень хорошо играет, не так ли? Ну да, Крис... Я забыл, что ты ведь ботан, заучка и т.д. Чё вы ждёте? Крис, готов поспорить, ты хорошо играешь, не так ли? Gaming is my life. О, Крис, твоя страсть офигенна. Это был самый монотонный ответ, который я слышала в своей жизни. Ладно, давайте играть. Вы попробовали использовать разную машину. Вы не были достаточно высоким или достаточно сильным, чтобы использовать контроллеры. Остывание пыла закончено. Начинаю протокол смеха. Такое на то, что ее озвучили. Хорошо, Крис, я тоже мелкий. Крис, погоди, у меня сиди. Если мы совместим наши силы, то... Смотри, смотри! Сейчас покажу тебе, что я практиковал. А чё сейчас станет? Магическая форма стульчика! О-хо-хо-хо! Офигеть. Ну теперь-то поговорим. Окей, Крис, оставьте это на меня. Выставь руки.
Офигенное мощное чудище форма S. Двигай руками, и я буду двигаться вместе с ними. Давай. Бедный Роузей. Офигенно. Ваша трансформация совмещает все ваши слабые места. Протокол уставания пыла, разбивание, разрушение пыла стало более проще на 300%. И даже больше. Начните виртуальную битву. Что делать? Я знаю, уже заметил. Нати, нати. Дарить. На тебе. Все, королеве хана. Бабах. Все бабахнуло. Ты думал, ты сможешь победить нас? Фальшивый смех. О боже, это было даже довольно хорошо. Ваши жизненные формы превзошли все мои ожидания. Я предложил вам новый, более хороший компромисс. Баллотироваться в мою армию. С всего лишь 50% шансом, что я перепрограммирую ваше лицо. Пожалуйста, сделайте выбор. Вступите в холод абсолютного разрушения или... Офигенное вступление в теплую армию. Мы тебе не помогаем. Понятно. Короче, не согласились мы. Пойдемте за ней. Мне нравится музыка. Игра поломана. И вы наполнены силой жестокости видеоигр. Боже, Сникер, это очень сложная работа, быть миньоном королевы, не так ли? Почему бы нам не сделать перерыв и не взять чего-нибудь прикольного? Силочеты... $400 за такую фигню? Нет, не покупайте. А? Давай же, ты не можешь выжить без этих фигней. Поверь мне, я пытался. Что? Это какое-то защитное поле. Так, туда мы не пойдем. Это пустая дверная рамка. Но по какой-то причине ты не можешь видеть сквозь нее. Пойдем туда. Кто? Я хакер. Я ищу синие ссылки. Найди три в киберполе. Я присоединюсь к твоему городу. Просто посмотри, какие у нас хорошие штуки. Там еще три чего-то там. Ладно. Потом разберемся.
Опять тоскуев надо гладить. Погладить. Пощадить. Защита. Тоскуем. Погладить. Пощадить. Все. Опять очередной тоскует. О, сундук! Еще один главрист. Ладно. Короче, нет ни одной нормальной брони у них. Этот кошак застрял. Ладно. Простите, приболел. Вира-вира-кун влетел сюда. Позаботиться. Капец, врачи. Все отнеслись к врагам с офигенной любящей заботой. И враги почувствовали себя офигенно. То, что доктор прописал. Ну да. Пощадить. Это довольно легкий враг, честно говоря. Это что, еще один пазл? Сделай это. Стать моими рабами. Теперь вы легально мои миньоны. Теперь могу использовать вас для смешной статуи. Что если мы просто не будем делать то, что сказал? Тогда я вас заставлю. Ну, или использую другого чувака. Тогда, наверное, начни с этого. Но я все еще буду использовать тем, что я вам нравлюсь. А в эту комнату можно не обязательно было идти. Ладно. А, тут открылся проход. Что было в тех чашечках? Наверное, должен сходить вниз. Значит, собрать все вот эти. Ладно, понял. Стоять, я не ухожу. Как я ее пропустил? Какой хитбокс вообще у этой штуки? Так. Я не сдамся. Сейчас особо сложно. Собрал все. Как я должен это сделать?
Станция Дания. Ладно, мы что-то сделали. Я нифига не понял, что мы только что написали, но здесь это ничего не будет. Ладно, отправляемся дальше. Так, походу сейчас тут будет еще один такой пазл. Надо выполнить все такие. Тут не пазл, тут сундук. Пустой. Как полезно. И что нам теперь делать? А где все наши? Это типа музыкальный батл. Это все? Я думал, ты мне сейчас лили дашь. А, он упал. Тупик. Все? В чем дело, чувак? Ты кого вообще чувака назвал? Меня зовут Сладкий. Типа... Суита или типа как сладости. Вы что, никогда не слышали о сладких кепковых тортах? Я не слышал о таком. Мне кажется, мы все еще недопоняты. А, мы не только, мы единственные в киберполе. Лучшее музыкальное трио. Мы также последнее сопротивление против большой злой королевы и ее компашки. И значит, мы сопротивляемся тебе. Что? Мы сражаемся с королевой тоже. Мы видели, как вы помогали ей похитить девку. Мы никому не позволяем даже положить палец на Мадемуазель. Чего? Кроме нас. Ну, не суть. Кеп. Это типа половина очков. 60-55. Мы союзники, а не игроки. Мы союзники, которые играют. Мы не играем. Мы не играем. Ладно. Давайте сюда. А, это имя чувака какая? Какая? Мы игроки? Я CD-проигрыватель. Подождите, они уходят. Сладко, расслабьтесь. Сюда же придут плохие парни другие. Нет, это наш шанс. Вы готовы? Дайте, давайте сразиться. Давайте сразимся. Да. Сыграй какую-нибудь батальную музыку, окей? Кажется, это не батальная музыка. Дэнс. Все потанцевать. Это я пущу в нарезки. Не, ну... Просто посмотрите. Крис танцует казачка, а вот эти двое танцуют, если не ошибаюсь, это вроде танец из старого мультика. Танцы из мультика про Чарли Брауна, если не ошибаюсь. Типа такого. Да, это точно те танцы. Ну, казачок, который танцует Крис, это офигенно. Эй, я люблю эту песню. Можно станцевать? Эй, не трогай шляпу.
Если мы заставим всех танцевать, то... Думаю, мы сможем победить. Все танцевали с КК. Все затерялись в клубе. Танцуйте. Так надо топить мне ТП-шку. Она потом пригонит. Я забыл, что ТП-шка только на гимбан. Просто... Крис, просто продолжай танцевать. Танцы X. Сейчас затеряю игру. Я забыл про блин. Я забыл свои дни танцевальные движения. Все начали танцевать с КП. Прости, Сьюзи. Это что, реально работает? Вот попробуем балет. Эй! Почему Крис вообще действует? Потому что это талант Криса, так что... Что думаете, что слишком тупа, чтобы сама танцевать? Сьюзи выучила с акцией. Типа, с действием. Она может действовать с ее магического мира. Сьюзи, я не думаю, что ты должна... Затанцевала его до смерти. Давай же, чувак, танцуй. Сьюзи заставила Розея выучить это действие. Даже учитывая то, что не очень хотел. Я, прости, Крис. Ладно, все. Так, танцую с этим. Так, ты танцуешь с этим. А ты танцуешь с этим. Все, теперь все флексят. Все танцуют. Это офигенная катсцена, не буду спорить. Что происходит? Битва выиграна. Офигенно. Почувствуй бит, смотри мои движения, танцуй. Эй, лузеры, посмотрите-ка, битва окончена. Чё, в смысле окончена? А в других словах, мы чё, проиграли? Это значит, что мы можем быть друзьями? Какая? Нет! Вообще, я не очень хорош в драках. Да, потому что ты гад. Я имею в виду, это было весело, но... Сладкий, не волнуйся. Я думаю, что наши танцы победили их. Победили их, да, типа... Как, типа пощады. Видишь, когда мы с ними танцевали, я убедила их, что мы крутые. Теперь они на нашей стороне? Да. Эй, вы трое. Добро пожаловать на хорошую сторону. Мы и есть хорошая сторона. Просто привыкни, Сьюзи. Теперь пойдемте-ка в наш магазин хлама. Мы захлопнули дверь, но мы ее откроем с ноги. Окей, все, пойдемте. Мы выиграли. Спускаемся. А, теперь они нас не атакуют, видимо. А потом, где? Мы тоже остановились посмотреть. О. Вот, здесь было запечатано. О, теперь у них тут магазинчик. Мне нравится музыка. Йо, чё, как? Чё у них можно купить? Так, еда, мне она не нужна. Автотопорик. Автотопорик.
Первое это? Что-то полезное? Нет, лист пока что не буду брать. Продать. Нет, я не буду продавать печеньки Ланс, они мне нужны. Ладно, я бы с вами поговорил, но... У нас нет времени. Нам надо спидранить. Шучу. Просто не хочу поговорить. Так, этот устал, его можно просто перерезать в провод. Р-акция. Потанцуем с ним, почему бы нет? Задумка. Все знают это, но выступление это плохо. Ты знаешь? Мне это завесли волны весьма. Мяу-мяу! Фу! Мяу! Так, с этим разберемся. Потом надо погладить эскульбу. Этого задобрили, этого можно щитить. И этого чуть-чуть задобрили. Мяу. 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 Что за вообще тус... Что такое тоскуё? Так. Этого ещё... Нет, 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 нет. Так. Трогаю. Можно пощадить этих двоих, если не ошибаюсь. Как это того кланяться? Не понял. Так, смотрите, смотрите. Гладим тоскую, щадим его, щадим тоскую. Все, битва выиграна. Тактика. Так, допустим, мы тут, и что мы здесь делаем? Сундучок. Мы открыли сундук с сокровищем. Там был какой-то кусочек. Что за кусочек? Мы добавили в айтем. Значит, это не броня и не всякое такое. Это какой-то именно айтем. Нужно ли пойти к этой штуке? Нет. По-моему, нет фигуры. Пойду лучше туда. Нет. Что-то мне не нравится это. Что это за дом? Че? Так ничем. А, да там сундук был. Реально. Ух ты, воскрешающее мяко. Хорошая вещичка. Ты что делаешь? Ключ. А, я понял, как они работают. Слухай. Так, теперь у нас тут открылось. Это было. Ой, а чё так тихо? Чё это за фигня? Похоже, мы должны кататься на них. Они должны привести нас к фонтану. Реально? Тогда давайте заберемся на них. Привет, королева. Да, кстати, это что-нибудь тупые дети. Я была слишком долго к вам добра. А теперь пришло время к... Теперь пришло время к вашему заключению в тюрьму. Сбросить ловящие капсулы. Ты промазала. Это было... Это не... Было не промазывание, а тактическая калибрация. Ты, типа, хочешь попробовать еще раз?
Нет, у меня всего 4 клетки. Окей, подожди. У меня есть небольшой сюжетный поворот для вас. Ну и что это такое? Иди сюда, мой прислуживающий. На Эль? Простите, я не могла сказать нет. Эль! Эль, привет, Сьюзи, как ты? Норм, я думаю. Ты типа, твоя горочка, типа, она мне нравится. Твоя тоже. Спасибо. Ты чё? Мы будем сражаться? Окей, это не работает, так что привезите следующего чувака. Я же говорил. Стоп, что? Не бойся, моя любимая Нейль. Я только когда начиналась вот эта стадия, говорю, что здесь будет Нейли Бёрдли. Ой, да я же, блин, предсказатель недоделанный. Бедная Нейль улетела просто. Не бойся, моя любимая Нейль. Это честный воин со своей смелой интеллигенцией будет твоим рыцарем, светящимся в темных доспехах. Бёрдли, ты попросила Бёрдли, чтобы он был в твоей команде? Я не просила его. Это лорд Бёрдли, вообще-то. И скоро супер лорд Бёрдли. Что это вообще значит? Я понятия имею, просто, не знаю, привыкните. Я вообще понятия не... Короче, я понятия не имею вообще, откуда он взялся и что он вообще здесь делает. Видишь ли, спасибо нашей прекрасной королеве. Мы скоро будем править миром. И превратим это земли дураков в умнотопию. Вытяну науку к России. Все, где гении всего мира смогут купаться в свободном бассейне свежих фруктов и... Амбросии? Чё такое амбросия? Где больше не будет таких партизанцев, как вы! И ключ к этому... Мы! Нейль и я! Наша сила... светло-занудная сила! Ты имеешь в виду, типа, светочи? Нет! Королева сказала... Светлые зануды. Ну да. Королева просто бы манипулирует. Она так и сказала, что вы скажете это мне. Я на самом деле ему об этом сказала. Гадин. Теперь Крис, я должен признать, я чувствую к тебе жалость. Кроме Сьюзи, я видел в тебе потенциал. Присоединись к нашей стране. Нет, я не присоединюсь к твоей тиме, гад такой. Подожди секунду, я должен пойти попить, хочу пить. Я снова тут. У меня с собой сок. Так. Если вы, тупицы, докажете свою крутость, то тогда, может быть, я вам помогу. Бёрдли закатился. Мне уже нравится музыка, я сделал погромче. Ладно, с того можно сделать. Ух ты. Все... хотят попытаться врезаться в машинку. 18% пощады. Ага. Это просто завидно тебе, да? Не так ли? Нафига? Ой. Мне
нравится эта музыка. Ты устал быть номером 3 в классе? Глазе со стороны Наэль и мои офигенную фигуру. Надо как-то их всех воскрешать. Так что вместо того, чтобы учиться, ты просто берешь Сьюзи. Ладно, мне надо что-то делать, а то мы так и подохнем. Бам. Вся команда попадет в бойцы. Спокойно резаться. Сколько у них там процентов? Блин, моя машинка ломается. А нет, на самом деле это умный дым. Означает, что моя машина становится сильнее. Давайте, продолжайте в меня втыкаться. Я покажу вам влезающиеся машинки. Это типа такой старый аттракцион, который, думаю, все знают. Мою машинку интеллекта. А не скилла. Чё у меня там по мерси? Так, мы почти можем вообще манкнуться. Зефир, наказание. В принципе, я понял, как уклоняться от этой атаки. Но это все еще довольно неприятно. Ладно, акт. Бамп. И ты. Бамп. А ты... Хилишь всех. Ладно, хилим Криса. Крис сейчас полезнее всего. Влезается 12% и хилит. Сьюзи, ты ближе всего, чтобы получить 5. А, блин. А, я думаю, это типа самонаводка, ведь эта атака. Так, осталось последний раз врезаться и уклониться от всего, что будет сейчас. Надеюсь, у нас... Моя машинка, она... Так нечестно. Моя королева, спасибо. Пока, Берли. Все. Берли больше нет. Секундочку. Всем привет, у меня небольшие новости. Видите, эта горочка... Она на самом деле не закончена еще. Что это значит? Боль. То есть мы сейчас врежем? Да, мы сейчас врежемся. Похоже, этот мусор нас спас. Давайте. Кто теперь король горы мусора? Боже. Сьюзи, ау. Думаю, это было больно. Ау. Сьюзи, ты норм? Да, конечно, да. Я просто... Ау.
Не хочешь, чтобы я посмотрел? Посмотреть на что? Я в порядке. Ух ты ж. Какой сюжетный поворот. Пожалуй, это будет в нарезке. Вот, ты чё вообще творишь? Чувствую себя лучше? Чувствую лучше после того, как ты пришел и... по крайней мере, не чувствую себя хуже, думаю. Как ты вообще это сделал? Это лечащую фигню. А, лечащая магия? Да она проста, Сьюзи, любой может ее делать. Я бы мог тебя даже научить, если тебе интересно. Если ты меня еще раз спросишь, то я не знаю. Мне скорее интересна кровавая взрывная магия. Если бы ты хотел, я не знаю, я бы могла ее выучить. Тогда бы тебе не нужно было меня надоедать с этим. Хорошо, Сьюзи, в следующий раз... передохнем. Давайте лучше поем уже. Окей, это попадет в нарезку. Окей, мы попались в мусоре. Нашли темную конфету. Темную конфету в мусорке. Это мусорка, похожая на баклажан. Мусорка. Куча таких мусорок. Пустая рамка. Это баклажан, похожий на мусорку. Я Нуберт. Все меня любят. Вот почему я живу в этом мусоре. О боже, мусорка. Ты знаешь расширение своего инвентаря? Я могу носить всякие вещи. Типа как твое хранилище. Если у тебя больше 12 вещей. Да, не сейчас, чувак. Это был довольно эмоциональный момент. Оу, ладно. Криса как раз помню. Это тут можешь носить всего 12 вещей. Твое хранилище может держать экстра вещи, если ты их поберешь. Ты можешь увидеть это, проверяя своих врагов. Своих союзников. Враги, которых ты щадишь, попадают в наш город. Помнишь? Это довольно полезная информация. Да, да, Сьюзи, абсолютно. Чё, вы куда? Думаю, будет полезно, если мы разделимся. С кем бы тебе хотелось прийти? Хочу Сьюзи. Почему Крису постоянно приходится выбирать? Рози, ты идешь со мной. Крис, я... Чё? Сьюзи недооценённый гений, ничего не знаю. Добро пожаловать... Привет. Добро пожаловать в город. Ты наполнен силой кошачьих знаков. Я слышал, что горки без контроля, короче. Это больно, потому что это наш единственный этот общественный транспорт. Ух ты, мы нашли $20. Рекламы вылезли. Заблочить. Блокировано 10 реклам. Хаппи. Пощадить. Пощадили рекламу. Ладно.
была Нель? Что она там делала? Мы нашли Сиди Багили. Нель, стой. Привет, Нель. Крис, что ты? О, Нель. Дорогуша. А ты что тут делаешь? Не дай ей меня найти. Нель, дорогуша, ты где? Мы ведь команда, ты чё, забыла? Ты все еще должна быть моим жалким миньоном. Крис, кажется, наши товарищи пытаются сбежать от нас. Так что это пришло к этому. Надо найти наши команды. Нам нужно организовать небольшой союз. Королева, моя хорошая королева, ты где? О, нет, не дай им найти меня. Крис, не та жизненная форма, которую я искал. А где все остальные из команды «Тройка с плюсом»? Не говори мне, что они тебя бросили. Вот что ты получаешь из-за того, что ты заверяешь Сьюзи. Нель, королева? Они просто, наверное, заняты, играя в ретро-игры. Готов поклясться, что они меня ждут на экране выбора игроков, слушая странные саундтреки. Так что это дошло до этого. Из-за того, что нам надо найти наши перспективные команды, значит, нам нужно организовать небольшой союз. И с тобой? Что за... Кто вообще сказал тебе, что тебе можно устраивать двойные союзы? А ты что, слышал? Нет, это просто город и звуки города. А, окей. Ладно, я буду впереди. Не опоздай. Крис, в качестве нашего союза более лучшего. Продолжает отвлекать Бёрдли и найди Нейль. Бёрдли, он... Окей, ничего с ним плохого нет, он просто надоел меня. Крис, я... Если все нормально, то... Есть немножко места для еще одного союзника. Конечно. Спасибо, Крис. Наэль присоединилась к Тусе. Ух ты, у нас теперь есть Наэль. Сохранение. Наэль присоединилась к твоей Тусе. Вы наполнены силой незнания того, что такое шугарплам. Ну, теперь у нас... Так что, есть какие-нибудь предположения, где Сьюзи? Что? Я просто спрашиваю. Это самый обычный вопрос. Ладно. Что делать? Мышь! Прости, Крис, не мог бы ты разобраться с ними как-нибудь? Может, если ты их загонишь в другую мышью дыру? Ладно. Кажется, я их даже вижу как. Мыши ударят об стену, то они придут сюда. Пробуй использовать эти блоки, чтобы загнать их. А как я его вытащу? Нель. Ладно. Так, ладно, тогда... Вот так вот. Всё. Чё ты не испугалась?
Эль. Да и мышам биться об стены. И они они будут биться об стены. Они будут прыгать на меня. Ладно, бегу сюда. Все, решили. Похоже, что мы с этим справились. Ага, справились. Ой. Так, сюда нельзя. Как бы тебя обойти? Надо придется напасть. А что происходит? Что мы делаем? Акт. Разобраться. Что мы делаем? Может, кто-нибудь объяснит, что происходит? Ты что, впервые дерешься? Вообще да. О боже. Вы объяснили Наэль, как работают битвы. А, все, поняла. Я буду добрый, как Dragon Blazer. Если мы будем с тобой добры, то мы сможем победить с помощью пощады, да. И то, как я должна это сделать, это одеться в странный костюм. Да. Ты показали его заботу. Найс. Все, разобрались. Молодец, Так, продолжаем ходить с ней. Ай-яй-яй-яй, они мне вообще... Стоп, а там можно было налево пойти. И мне кажется. Да, там можно налево. Ой, налево. О, сундук. Вы открыли сундук. Там был розовый бантик. Розовый бантик был экипирован в вашу броню. А. Дам его потом Розею. Наверняка Сюзи у нас долго не будет. Ой, да это там чё? Амбулансы напали на вас. Что с ними делать? А, госпитальте. Короче, Наэль тепло поступили с ними. Иголки не страшные. Медицина важна, знаешь ли. Эта девка хороша. Давайте дадим ей бесплатных пуль. Спасибо. Обожаю бесплатные пули. Так, окей. А, их обоих можно пощадить. Мы победили. Так, теперь я хотел сюда. Мы Эдисоны. И мы делаем рекламу. Все рекламы только 9.99. А. Ладно. Что там? Ой! Сюзи, она прям там. Да ей не могу ничего сказать. Кто вообще это чёрт? Это выглядит как... Они сюда смотрят. Уходим. Ладно. Давай уходим отсюда поскорее. Видимо, Райзи с Сьюзи решили потусить. Мы Эдисон. Мы делаем рекламу. Да, понял я уже, что ты Эдисон. Ты делаешь рекламу. Госпиталитет. Все, теперь мы можем их обоим ущипить. Наэль, просьба, не подохни. Так, с этим разобрались, Все, теперь валим. Так, стоп. О, блин. Ой, уходим с дороги. Сейчас поймаем. А, ой, Наэль, мы немного криво сделали это. Все, выбрались. Реклама! Офигеть, реклама. Ой. Так, что там? Может, что-то есть. Так,
надо ее задерживать. Что если я... Крис, останься на переключателе, останься. Боже, тебе что, нужна собачья еда или что-то такого? Да. Почему это звучало так гениально? Это напоминает мне о нашем групповом проекте. Крис, прекрати, ты знаешь, что это не очень хорошо. Я пока что я почти приготовилась. Окей, теперь твоя очередь. Молодец, Нэй. Как тебе это нравится? Ты бы видел свое выражение лица. Почему оно выглядит таким обиженным? Ужас. Вы затерялись среди... В коробках вы затерялись, короче. Крис, это королева, она прям там. Можешь отвлечь ее как-нибудь. О, хеллоу. Ты тут. Прости, Крис, я искала Дэнни. Я выпила целых 4 стакана чистой батарейной кислоты. Не беспокойся, это было мое кидательное стекло, оно безопасно. Смотри, Крис. Теперь, когда мы союзники, я думаю, что мы в одной математической волне. Ты понял меня, Крис? Ты не должен делать странные вещи, типа как иметь мнение. Или кричать, когда я ловлю тебя. Или говорить мне плохие планы для умного тематического парка. Короче, идея Бёрдли. Я просто не могу понять, почему все такие неуважительные. Упс, это было мое взрывное стекло. Крис, я просто хочу, чтобы все улыбнулись. Если я должна стать злодеем, чтобы это исполнить, это что, плохо? Это норм. У тебя нет ответа. Ты все равно ошибся. Но, Крис, когда мы все еще союзники, может, мы могли бы сделать большую часть из этого? Мы могли снова сыграть в эту игру. Это разве было не весело, Крис? Только ты и я. Хорошо проведем время. Никто не думает больше это. Привет, Бёрдли. Королева, я вас везде искал, чтобы вам это показать. Статуя моему величию. А, вообще нашему величию, но, видимо, по статуе ты хотел выразить свое величие. Это... Как это вообще... Должна понимать, очень... Умно. Какой же ты умный. И на лице написано ложь. Я люблю уважать тебя. Я знал, что вы будете польщены. Такой идеальный вкус. Очень крутые статуи. Мне скоро будет моим идеальным. У меня с королевой есть планы. Очень хорошо.
смотрю на тебя. Пойдем, Бургли. Продолжай идти, я прямо за тобой. Просто зачем-то уменьшаю звук своего голоса. Прости, Криш, я должна... альтабнуться отсюда. О, крутое лицо. Да. Фью. Похоже, моя маскировка сработала. Нель, ты чё, коробку напялила? Ну, зачем я спрашиваю? Да, Нель напялила коробку. Это странный вид. Но очень хорошо помогает спрятаться. Продолжаем. Я только поняла, что я ничего не вижу. Похоже, придется наносить только когда надо будет. Окей, теперь реально пойдем. Что это такое? Крис, можешь прекратить смотреть на это? Ладно, на сегодня у нас все. Вторая часть выйдет чуть позже, так как мне уже пора идти спать. Спасибо за просмотр и удачи. Наверное. Привет, чуваки. Но всем удачи и пока.